Здравствуйте, в эфире «Финтаймс» и «Карбарын», веду его я, Нигяр Рахманова. В сегодняшнем выпуске: перевозки груза из Китая в Европу в обход России, рост использования доллара в международных платежах относительно евро, а также выделение 6 миллиардов долларов США на восстановление атомной энергетики. Транзитные железнодорожные перевозки в обход России активизируются на фоне логистических проблем и санкций. Китай активизирует отправку в Европу, минуя российскую территорию по транспортному коридору Европа, Кавказ, Азия через Черное и Каспийское моря. За январь-февраль перевезено 3000 20-футовых эквивалентов. Это на треть больше, чем годом ранее. Железнодорожные коридоры из Китая в обход России развиваются не первое десятилетие, но объем перевозок там невелик. Так, объем перевозок на транскаспийском международном транспортном маршруте в 2021 году составил 25,2 тысячи 20-футовых эквивалентов. На железной дороге Баку-Тбилиси-Карс 11,7 тысяч. На прошлой неделе агентство Синьхуа сообщило, что из Сиани отправлен первый поезд в обход России новым сухопутно-морским маршрутом, пересекающим Каспийское и Черное моря. Груз отправлен в Мангейм, Германию, через Казахстан, Азербайджан, Румынию, Венгрию, Словакию и Чехию. Санкции против России увеличило внимание в южное направление, так как существует транскаспийский международный маршрут, международный мультимодальный тихоокеанский и центральноазиатский маршрут. По маршрутам оптимизировали тарифы, упростили документооборот, оптимизировались также портовые сообщения, увеличили фидерные сообщения. США потратит на поддержку ядерной энергетики 6 миллиардов долларов, заявила об этом администрация Джо Байдена. Власти открыли заявки на программу, чтобы помочь атомным электростанциям бороться с растущими расходами. Таким образом, США стремятся остановить отключение генераторов, об этом сообщает Reuters. В программе будет уделяться приоритетное внимание реакторам, которые уже объявили о своем намерении закрыться. Программа, предназначенная для заводов с конкурентными рынками электроэнергии, финансируется законопроектом об инфраструктуре, принятом в прошлом году. Министр энергетики Дженнифер Гранхолм заявила, что власти используют все доступные инструменты, чтобы обеспечить питание страны чистой энергией к 2035 году. Американцы имеют достаточно интересные технологии, включая малые модульные реакторы. Теперь у них есть проект New Scale называется, да, то есть это все это потрясающее развитие, в общем-то, в атомной промышленности, которое позволит развивать малые реакторы. Но это все займет годы. Во-первых, развитие каждой станции, во-вторых, принятие всех сертификатов безопасности. Это все занимает как минимум 5 лет каждый проект, как минимум. А кризис происходит сейчас, и решать его нужно сейчас. Что касается насчет именно поворота в зеленую энергию, то мне кажется, здесь скорее наоборот происходит шаг назад и будет развиваться уголь, потому что угольные станции, они как раз есть уже, их достаточно реактивировать. Акции крупнейшего стримингового сервиса падают после разочаровывающего отчета. В среду, 20 апреля, акции Netflix потеряли 35% на основной сессии, еще 1,5% на постмаркете. С начала года акции упали более чем на 63% и стали худшим по динамике среди компонентов индекса S&P 500. Как сообщил в Pershing Square, понесенные потери снизили годовую доходность фонда на 4 процентных пункта. Изменения бизнес-модели Netflix были оценены Pershing Square как разумные, однако их влияние на долгосрочный рост числа подписчиков, будущие доходы, операционную прибыль и капиталоемкость прогнозировать сложно. Согласно новой политике компании, будет массовая блокировка пользователей, пользующихся одним аккаунтом на стриминговом сервисе. Объясняется тем, что корпорация недополучает огромные суммы денег. В завершение доля европейской валюты в международных расчетах резко снизилась в марте на фоне геополитической неопределенности и усиления инфляции по всему миру. Согласно данным расчетной системы SWIFT, она сократилась до 35,4% минимума с июня 2020 года. И это по сравнению с 37,8%, которые были зафиксированы в феврале.
Падение стало самым резким с 2011 года. Спрос на расчеты в долларах, считающихся валютой Тихой гавани, существенно вырос за последний месяц. Об этом отмечает само агентство Bloomberg. Доля доллара в международных расчетах подскочила до 41% максимума с апреля 2020 года по сравнению с 38% в феврале. Очень много сбоев цепочек поставок в Европе. На американскую экономику это, в принципе, отражается пока что только позитивно. Люди стараются, инвесторы в том числе, стараются вкладываться в американские ценные бумаги, так как это на данном этапе остается единственным спокойным местом на этой планете из развитых стран. Фондовые индексы США в среду закрылись разнонаправленно, а подъем доходности американских гособлигаций приостановился, тогда как инвесторы оценивали влияние возросшей инфляции на финансовые показатели компании S&P 500 снизился на более чем 2 пункта или менее чем на 0,1%. Днем ранее индекс закрылся с повышением на более чем 1,5%. NASDAQ Composite опустился на 166 пунктов или на 1,2%, а Dow Jones Industrial Average поднялся на 249 пунктов или на 0,7%. Июньские фьючерсы на Brent дорожали на более чем 1 доллар и торговались по $107.90 за баррель. За предыдущую сессию Brent подешевел на 45 центов и стоило $106.80 за баррель. Фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на 99 центов до $103.18 за баррель. В среду контракт подорожал на 14 центов, $102.19. Стоимость азербайджанской нефти составила $109.90, что на 17 центов больше предыдущего показателя. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с нами и следите за новостями. Всего доброго!